говорят, нецензурная брань. Ну, дело вот в чем. Это все равно как мусор в своей комнате. Пожалуйста, можешь что угодно швырять тут всякое. В грязных сапогах грязь валяется, все, белье грязное валяется, все, на столе бог знает что, поел тут, я не знаю, куски чего-то, все проливаешь, накапливается вот эта грязь, хлам. Но если кому-то нравится в грязи жить... Правда, говорят, есть одно животное, которое даже если его вымоете, все равно идет грязь валяться. Вот что такое это, зачем это? Зачем? В грязи валяться. Вообще, это с этим. Это надо себя в сути, надо уважать себя. Просто не себя, ну какое-то достоинство человеческое просто должно быть, и все, и больше ничего. Поэтому я понимаю, если кто привык, сразу не сумеешь. Но вот, кстати, еще одно, что необходимо для человека, который хочет, знаете, что-то, хоть в чем-то воздержаться, или, как говорят, поститься даже. Вообще надо от этого просто избавляться. Потому что это, ну, человек сразу, когда ругается, так, ну, произойдет впечатление уже, ну, сами понимаете, какое. Ну, вы знаете, Бог называется красотой. Вы знаете, оказывается, что Бог есть красота. Представьте себе. И мы сами говорим, ой, как некрасиво он себя ведет. И чувствуем что-то не то. И напротив, как благородно, замечательно. Поэтому вред именно такой. Он замусоривает наш, захламляет ум, душу, и само становится это неприятно.